Итак, всем привет. Мы сейчас едем на море. Вот, ребята, мы на море. Hi. Все очень устали. Особенно Джеки. Илюша тоже устал. Мама устала, мама за всех переживала. Утро. Вот у нас, значит, обстановка такая. Соседи поломались. Ткань порвала на первой палатке. Наша стоит нормально. Вот такой рассвет. Вот такое у нас море. И молния. Ну, короче, сейчас, наверное, часов 4:30 утра. А перед этим ребята сидели в машине в надежде найти там свое спасение. Джеки вообще гениальная собака. Вот она себя ведет самым лучшим образом в мире. Вот она. Вот она спит. И, как бы сказать, ей все равно. Весь гнев нашего любимого Зевса. Никакой он мне не любимый, этот Зевс. Он говорит, что Зевс — это наш любимый. Какой Зевс? Который грозу нас ладно любит. Итак, провожу в курсе. Вот это внутренность шатра. Мы тут сидим, проводим время. Вот везде по периметру это сетки. Но они зашториваются шторами, если нужно. Вот как здесь. Сверху я вот так могу. Сейчас я застегну жик. Щик. Вот. И могу застегнуть еще шторку. Вот. Джеки там осталось. Я показываю, как это все выглядит. Вот этот шатер, в котором мы сидим в тени. Вот это туалет. Открываем. Что видим тут? Унитаз. Мы ходим в туалет, и здесь мы можем помыться. Из бутылок принять душ, помыть голову, спрятаться от народа. Закрываем. Вот Саша мажет медузы, укусы пантенолом. Там москвич стоит, тут сын читает. Там у нас море. Тут у нас вот спит на коврике собачечка. Вот тут стоит наша рядом палатка, в которой мы спим. Это берег. Я работаю в душе. Маленькой походной бане. Ко мне приходят голые бабы. И я их мою. Мне нравится моя работа. Не скрою.
это страшно. Что? Я боюсь его упустить. Ты когда-нибудь здесь не видел? Вообще. Конечно, видел. Акула. Какая акула? Азовская. Так, день пятый, штиль, ветер молчит. Закрываемся от комариков, но все равно залетали. Потом затравим всех до смерти. Покинули тент, чтобы солнышко нам меньше светило. Ребята помазались кремом, но крем долго не действует. Глаза мои не видели комаров этих, зверюг. Штиль. Ветер прекратился, и там все комары съедают людей. Мы все сюда взяли, вино там есть. В общем, вот такая у нас обстановка внутри дома. Будем смотреть фильм «Трудно быть богом». Все быстро заходят. Вот видите, как действуют комары на нервную психику человека. Это же ясно, ясно. Ясно! С меня капает крем от комаров. Вот так мама пьет крепленое вино. Лечится от укуса. Ой, сорвал. Пчеловод еще что вытащил. Сорвал. Мы были на Азовском где-то недельку. Теперь мы приехали на Черное море. Самое синее в мире, Черное море мое, Черное море мое. Это 4 километра в час, говорят. Говорят, завтра до 39. Это устал очень. Я не хочу купаться. Утром насобирал рапанчиков. Мы вместе с Илюшей насобирали. Мы их все вместе приготовили, и теперь мы едим пасту с морепродуктами. Ну, скажите, как вам? Очень вкусно. А вам как, сударь? Значит, мы на море, мы попали в такую ситуацию, показывали. Вот в такую. Водичка. Целую ночь был дождь, была гроза, был сильный проливной дождь. Сейчас мы увидим, что там. Ёпересете! Это что-то невероятное, дорогие друзья. Мы, короче, получается, в самом море. Можно сажать рис. Это что-то. Рис давай. Ну, это все нормально. Главное, что мы с вами в сухости, да, Джеки? В сухости. В теплости. Самый нижний уровень, это все, короче, и с той стороны, и с той стороны, все в нашу яму сюда. А у вас такое же, как у нас вон возле палатки? Ну, точно так же. Точно так же. Вот там единственная, вот там та комната, которая дальняя, там чуть-чуть, там еще более-менее выжило, там еще более-менее сухо. А вот это все в воде полностью. Даже ну, если так... мы будем вычерпывать и вычерпывать. Не, надо просто идти всех звать сюда, пусть все остальные там приходят. Все дружненько, человек 50, да, и оно уйдет. Спасибо, что это было не ночью, что дало хоть нам поспать. Я переживал, чтобы колушки не пораскисали, чтобы не повыдергивало. Колышки раскисают, давай. Ну вот если почва вся мокрая, они вытянутся просто от ветра и все. Ну вы знаете, что сейчас типа сильный ветер у нас по прогнозу? Должно быть, да. 30, 35 должно быть, сильнее, чем вчера. Да.
сильнее, чем человек. Поэтому колышки сейчас, если пораскисать, я вам говорю, надо вычерпывать воду. Продукты у вас под машиной хранятся, там хорошо. Да, ну тут, можно сказать, вообще никто не пострадал. Не, у вас хорошо все. Просто занят. А, что, прямо поломала дуги? Это печально, конечно. Нет, там дальше все нормально у людей. Я так понимаю, они там переживают, что выехать не могут. Это мы в самой яме. Отдых на море – это не только когда море в душе, но море еще в палатке. Вот мужики сделали водоотвод. Короче, ребят, это капец. Сегодня ночью, что проливной дождь, нас всех затопило. Что это говорит мама? Такой торчит. А это вот что такое торчит. Это у нас сломалась палатка. Да, и что нам теперь делать, мы не знаем. Отдых на море полон приключений. Вот так вот. Я готовлю ужин. Он нам очень нужен. Не давай ей нюхать. Аня, что ты думаешь про волейболистов? Волейболистов? Я не думала про них вообще. Они не качки и не выскочки, волейболисты и волейболисточки. Пьют из бутылочки, набирают очки. Волейболисты и волейболисточки. Всем, кому по волейболу, всем, кто хочет игру, всем, кто на волейболен и не болен. Играют на песке под солнцем и играют в жару. Играют на своем поле и не поле. И веселые дельфины провожают корабли. А дельфины добрые, а дельфины мокрые, на тебя глядят умными глазами. А дельфины скромные, а дельфины черные просят, чтобы им сказку рассказали. Меркнет свет по кошке, на душе скребутся кошки, то сумеет вам помочь, то прогонит кошек прочь. Это знают коты, это не слова, это не собаки, нету существа. Это не собаки, лоскер и собаки, веселей собаки, нету существа. Кто любой приказ понимает с полуслова, то не требует наград, рядом быть бывает рад. Это знает сами, это не слова, это не собаки, нету существа. Это не собаки, лоскови собаки, веселей собаки, нету существа. Это не собаки, лоскови собаки, веселей собаки. Постараемся. Пока. Удачи. Отдыхайте. Давай.
Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь. Дорогу нет, дороги окончания есть, зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Вам тяжело? Да нет. Первый день наш, мы сегодня только приехали, все. Сейчас новое место нашли, мы сначала там нашли место, а теперь мы тут нашли место. Короче, сейчас будем сюда все переносить. А, это он шатер несет. Уля-ля, какой вид. Красота. Так еще день не прошел, мы тут сколько? 2 часа. Красиво, чистый воздух. Мне тоже нравится, тут все красиво. И тут чисто. Сейчас поставим палатку, шатер, все поставим. Кстати, у нас тут мега спуск. К водохранилищу. Там спуск. Иди сюда, и тут можно купаться. Ну, мы, как всегда, приехали и в первый день ожидаем ураганчик. Конечно, не знаю, как эта камера передаст, но сейчас на нас надвигается тучечка с дождем. Сидим мы. Там дует. И время от времени идет дождь. Мы сидим в палатке. Вот, сынок, играем в дурачка. Папа уехал. Усложняй. Самый такой у нас. Я сегодня съездил, купил воды. Мусор мы собираем. И потом вывозим все это, выбрасываем. Сын сегодня ходил с металлоскателем, нашел гильзу, деньги, батарейку, гвоздь. Вот у нас к нам прилетел шмель. Он потерял ориентацию. Он, наверное, старый уже. Его выгнали из гнезда. Он увидел фотографию цветочка. Думает снять пыльцу с него. У него что-то вряд ли получится. Командиром легендарного бронепоезда номер 56, героически сражавшимся на Каневском направлении в августе 41 года, сооружен коллективом завода «Магнит» в честь 35-летия Победы. Круто! Круто! Поехали! Поехали!
Я есть! Я тебя! Я люблю! Благодарю! Значит, сегодня мы плавали с Илюшей на лодке. Лодка держит хорошо нас на воде. Вот моя шляпа лежит на палатке. А папе вынести стульчик слабо было. Папа слабачок. В смысле? Папа снимает вообще-то видосы. Сынок, спасибо. Вставай, откладывай кроссворды, иди. Куда? Папе стул неси. Иди. Я тебя кормить сейчас не буду. Неси. Извини меня за мои слова грешные. Давай, грешник, покайся и работай. Спасибо. О, сын мой, раб мой. Итак, что вы нашли? Ничего. Серьезно? Вообще ничего? Точно ничего? А что, ничего? Прям вообще? Гильзу нашли. И все? Гильзу, да. Точно? Определенно? Совершенно определенно. Вот, пожалуйста. Видите, вот доказательства. Вот что это такое? Что это? Это всех весь клад, который здесь можно найти. Больше здесь по определению еще быть не может. Лапу. Еще дай лапу. На. Сан Саныч семечки любит. Сиди. Дай лапу. Да. Ты в двух очках? Если я не засну. Ты как Элтон Джон. Джеки вот сосисочка ее покормил. Она теперь у нее десерт. Вот она взяла палочку в лапки так вот нежно. И погрызывает. Пошли. Мелкие о, рыбки. Такие аквариумные. Пускают за ноги. Это прикольно. Ой, больно. А ты что делаешь? Плечи разминаешь? Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной. А то мои подружки, пиявки, делегушки. Фу, какая гадость. Мама поплыла на дальний пляж куда-то. Джеки, не-не-не. Не-не-не. Она назад. Мамы нет, она не видит маму. Мам, быстрее плыви сюда. Ёшкина трёшня, как она трясётся. Короче, я уже... Мама, она тебя ищет. Так, ребята, никогда не видел пиявок. Оказывается, вот они вот так вот выглядят. Видите, все смотрите, как выглядит. Я всю комарку за другую. Пиявка. Капец, она приклеилась. О, оторвалась. Вот это вот, ребята, пиявка. Вот она ползет, смотрите. Классная штука. Эти блохи. В ней моя кровь, она как это? Комар... Палочка с моей кровью. Теперь еще и пиявки. Я в шоке. Лаунж. Не надо. Я подойду, сниму ее. Вот. Спи, моя хорошенькая, спи. Издеваются над тобой злые люди. Ну, хороший. Что такое? Замерзла. Замерзла собачка. Что, ты дрожишь? Спи. Спи. Любители джаза. Я жду, когда меня в трусы. Покажу.
красивые. Вот они сверху самые красивые же там. Тускнеют блики костра, последняя песня допета, уже выходить нам пора в рассвет уходящего лета. Рюкзак на последних порах и с новым мотивом на сердце уносим мы души в чехлах под звуки мажорного скерца. В добрый путь, друзья, в добрый путь, друзья. Пусть будут верны ваши тропы, а в душе печать нас сведет опять, и появятся новые строфы. В добрый путь, друзья, в добрый путь, друзья.